Двойной блок. Хайвана чинке агюк. Размах кенцюч. Кенцюч или гинанда, в зависимости от ситуации. И команде. Как мы это используем? Если сразу вся связка вместе. Кизанюки. Джонам. Хайвануке. Чинганцуки. Кенцю. Или кенцюки гинанбара. Выше. Ниже. В зависимости как чек идет. Выше или ниже. Ниже гинанбара. Выше кенцюки. Контролла. Еще раз. Реки замезуки и ката. Две руки. То есть предполагается атака другого противника. То есть под небольшим углом. Да? Атака, размах, геданда. То есть размах, геданда. Следующий элемент. Ураганке. То есть ката. И руки, а не ураганке. При атаке кулаком кизамезуки. Кизамезуки. В сторону. Ураганке, тот же учинке. Боком цели. Отсюда. И ойзукидиона. Ойзукидиона. Вот. То есть, если прямо снял бы было. Вот. Вращаюсь полубоком. И отсюда. И диона или чиновский. Что? Что ке? Ай, ну китайский. Чиновский. Что ке? И концовка нукете, в конце дорожки, как мы это используем, чудан-зуки, штоке, захват, нукете. То есть, когда мы хват тянем, да, вниз, осаяки, да, в некоторых случаях сюда, и будет еще куда-то, да, тот же захват, та же форма, только тянем или сюда, или вниз. Еще раз, чудан-зуки, нукете. Четыре штука повторяется. Учу. Модлач. Учуке. Двух вариантов. В ката гяк учуке. Пойчурам в ки гяк. И отсюда. Учуке. Или если ноги не менять, чудам в ки кайсма. Перевес. То есть это то же самое. Еще раз. Чудам в ки. Халм дач передней ногой или я по халме та же сторона спереди. Я бью сзади. Это вариант одного тоже приема. Морды учит. Морды учит. Это тот же учит, я. Только другая рука находится возле локти. И по сути, под морды учит, я халм дач. Если бы у нас тело положение было шомое, то было бы морды учит. То есть или левая рука, или правая рука. Или правая нога, или левая рука. То есть, по сути, это училка. Просто училка. И чуданский. Можем училка. Контрабара. Гетамбара. Так же, как Ян Шулан, Майдери. Гетамбара. Агилке.